Итак, всем привет, с вами канал Game Show Forever, с вами я, Enigma, и сегодня я покажу такой способ, как сделать себе бесплатный PlayStation Plus навсегда. Но для этого нам потребуется подтвержденный аккаунт PayPal, временная почта и, собственно, ваши консоли и ПК. Так, что делаем дальше? Мы заходим на временную почту, я использую DropMail. Так, копируем. Так, создаем учетную запись. Через ПК это делать проще, чем на консоли. Так. Любой день, месяц, абсолютно. Год тоже любой. Пол любой. Пароль любой. Главное, так, чтобы главное выбирать несложность, чтобы вам потом можно было легко войти на консоль, а вот вы потом будете тыкать и не знать, как войти, у вас будет постоянная ошибка. Такое тоже может быть, так что выбирайте пароль с умом. Так, здесь подтверждаю, что не робот. Долбанная кэпча. Ой, как это мне бесит уже. Так, продолжить. Так, создаем учетную запись. Далее идем на почту. Нам придет подтверждение сейчас от Sony. Подтверждение аккаунта нужно сделать. Сейчас нам придет на почту подтверждение. Так, вот оно пришло, мы ее подтверждаем. Все, сейчас мы перешли. Все, аккаунт у нас подтвержден официально. Далее можно почту закрывать, нам уже больше не потребуется. Здесь ждем продолжить. Сейчас заходим в наш только что созданный аккаунт. Нам сейчас надо будет ввести данное еще имя. Ну, то есть досоздать его, так сказать. Здесь выбираем далее. Город Москва, можно там, я не знаю. Любое. Москва, выбрать, не знаю, там. Ну, Ленинградская, например, вобью. Индекс вобью свой. Так, далее. Любой тоже идентификатор. Не знаю тут. Так, имя на английском тут нужно. Так, не знаю, там давайте, не знаю. Вот так вот. Жмем далее. Идем дальше. Тут далее тоже. Сейчас мы как раз зайдем в наш аккаунт. Теперь уже вот сейчас мы зайдем, нас сейчас пустят. Так, далее мы тут выбираем настройку учетной записи. Выбираем бумажник. Добавить PayPal. Главное, не забудьте, что PayPal должен быть с той же самой стороны, в той же самой стране, как какой создается и аккаунт. Если аккаунт американский, значит американский PayPal, подтвержденный, привязанный с карточкой. Если русский, то русский. Это важно, главное, не забывать про это. Так, ну вот тут нажимаем согласиться, продолжить. Сейчас у нас пройдет подтверждение, что все вот, да, так, все вот у нас подтверждено уже. Все, далее идем в PlayStation Plus. Так, выбираем 14-дневную подписку. И подписываемся. Все, плюс у нас есть на 2 недели, правда, но этот момент можно повторять, то есть эту процедуру можно повторять бесконечно, главное не забывать важные правила. Теперь далее, вот все у нас плюс есть, идем опять в бумажник, удаляем PayPal,
Это главное лучше сделать сразу, чтобы не забыть. Все, у нас нет способа оплаты, а плюс есть. Далее, когда вы заходите с консоли, вам нужно зайти с консоли и активировать аккаунт как основной, то есть как основную систему. И потом вы меняете профиль на свой, и все, у вас бесплатный плюс на 14 дней. Далее, когда уже 14 дней у вас закончится, вам всего лишь нужно будет деактивировать, главное, самое главное, деактивировать аккаунт, удалить, еще раз перепроверить платежные данные, чтобы у вас там не осталось их. И все, и вы можете удалять аккаунт. То есть вот такой вот способ, чтобы у вас был бесплатный PlayStation Plus. Каждые 2 недели вам ничего не надо платить. Главное, не забывайте про эти правила, делайте все по шагам. Будьте внимательны, играйте в хорошие игры. И всем удачи, всем пока.